Сёння ў Гомелі адкрылі першы ў краіне крызісны цэнтр для людзей, якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Праект рэалізавала беларускае таварыства Чырвонага крыжа пры падтрымцы мясцовых уладаў і спонсараў. На ўрачыстым адкрыцці пабывала Яўгенія Кухаронак. Социально значный объект разместился у Новобелецким районе областного центра. Решением Гомельского гарвыканкама будинок по улице Свердлова передали во власность областной организации Белорусского товариства Червоного крыжа. За кошт сродков объединений и спонсорской допомоги тут провели ремонт, закупили необходимую бытовую технику, добро упорядковали дворовую территорию. Подтримали проект так само Гомельская епархия, управление Верховного комиссара по справах беженцев ААН у Беларуси и предприемства города. Для белорусского общества Красного Креста вот подобного рода сервис, наверное, первый и уникальный, потому что это действительно собственное здание, это предоставление тех услуг тем нуждающимся, которые сегодня, по крайней мере, могут найти крышу над головой, когда с ними случается вот, экстраординарная ситуация. Конечно же, здесь предоставляются сервисы в помощи найти в будущем работу, узнать, где ты можешь получить дополнительную помощь, с тем же с медицинскими услугами, помощи социальных служб, какие территориальные социальные службы могут помочь, в какой ситуации. На площі амаль 100 квадратных метров, 10 спальных местов, кухня и ванный покой. Спиниться у центра могут особы без певного места жихарства, у тим ліку вызволенные из места позбавления воли. Притулок открытый так само для людей, которые потерпели от гвалту, надзвичайних ситуаций и стихийных бедствий. Звернуться сюда могут и замежные граждане у складанной життєвої ситуации. У среднем часовый притулок предоставляется на месяц, у наибольш складанных выпадках – до 90 дней. Это хороший пример взаимодействия органов власти и общественных объединений. То, чем мы должны заниматься, то, чем занимаются во всем мире. И я надеюсь, что такие центры будут развиваться по нашей стране. Работники кризисного центра сподіваються, что люди, яким яны сегодня допомогут, у будущем станут волонтерами Червоного крыжа, ці, як минимум, не отмовятся выратовать іншого человека от беды. Евгения Кухаронок, Ігор Марищенко, телерадио, компания «Гомель».